В Анапе елка желаний появилась в гипермаркете «Магнит», который находится на Анапском шоссе. Свои пожелания на снегирьках оставили дети, которые Новый год встретят в больничной палате. Дети, которые проведут праздники в центрах реабилитации и детских домах. О своих новогодних мечтах поведали и дети с ограниченными возможностями здоровья, и те, кто воспитывается в приемных семьях. Чудо в новогоднюю ночь ждут все дети планеты. Принять участие в акции очень просто. Если вы видите в торговом центре елку желаний, и на ней будут висеть вот такие вот снегирьки, вы можете подойти, выбрать его. На нем написано имя ребенка и что он хочет на Новый год. Вы идете, покупаете его, приносите нам, мы подписываем. Этот ребенок получает подарок желанный, который он загадал на Новый год. Спеша за новогодними покупками, анапчане не проходят мимо елки желаний. Подарков за несколько дней акции собрано уже немало. На Новый год дети просят сладости, мягкие игрушки, машинки и кукол. Кроме подарков, волонтеры проводят и сбор денег в рамках краевой благотворительной программы «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям». Оставить подарок под елкой желаний можно до 30 декабря. Близится самый светлый и добрый праздник – Новый год. В эти дни у каждого есть возможность почувствовать себя новогодним волшебником. Примите участие в акции, исполните детскую новогоднюю мечту. Не оставайтесь равнодушными, делайте добро, и в новом году вам обязательно повезет. Ксения Платонова, Роман Карпов, Анапа регион.